было подано 2 огнетушащих ствола. Также пожарно-спасательные подразделения использовали средства защиты органов дыхания и зрения. В результате пожара пострадал один человек, личность которого устанавливается в настоящий момент, и который был госпитализирован. Причина возгорания в настоящий момент оперативно-следственными мероприятиями устанавливается. Всего для ликвидации пожара было привлечено 2 единицы основной и 3 единицы специальной пожарной техники.